Итак, здравствуйте всем, с вами Стокер, и сейчас я показываю второе видео про телефон Nokia C5. И вот мы его уже включаем, вот он уже у нас включен, и давайте сейчас его и посмотрим. В общем, если мы нажмем вот эту кнопку, то попадем в меню, а если мы нажмем, на вот эту вот кнопку, то это у нас, соответственно, будут и номера идти разные, все которые у вас. Ну давайте зайдем в меню и посмотрим. Меню в выгляде иконок, можно ставить как хотите, либо списком, либо иконками. Вот у нас иконками. Здесь есть навигация, Wi-Fi тоже здесь присутствует. Ну и давайте первое мы посмотрим все-таки на камеру. Камера здесь 5 мегапикселей. Ну скажу, телефон немного тормозит, ну незначительно, но несколько секунд все-таки тормозит он. Вот камера. Камера 5 мегапикселей. Ну скажу, что камера хорошая, но вспышка не очень. Все-таки вот, допустим, к примеру, на телефоне C301 там вспышка побольше, и оно как-то получше фотографирует. Более насыщенно, я бы сказал. А здесь-то не очень так. Ну, выйдем отсюда. Да, вот что я вам еще хотел показать. Я вам хотел показать фотографии, размеры фотографии. Вот я недавно сфотографировал вот фотографию. И сейчас хочу показать ее размер. Сколько все-таки здесь 5 мегапикселей. Мы видим, что 2592 на 1944 разрешение такое вот у фотографии. Ну, довольно таки приличная на 5 мегапикселей. Это будет хорошая фотография, и можете ее даже себе распечатать. И снова дальше зайдем. Итак, в приложение давайте зайдем. В приложениях у нас есть, это у нас e-mail, почта, часы, игры. Так, клиенты разные, тут у нас радио, какой-то интернет. Дальше вот как раз навигация, карты, ну, в общем, все такое привычно. Итак, дальше, смс-ки. Посмотрим на смс-ки, давайте. Как пишутся у нас тут смс-очки. Смс-очки. Создать смс-очку. Ну, как бы обычно, вот тут сначала заводите номер, потом пишите, вот. Ну, мелко, очень. Буквы хотелось бы побольше. Ну, есть, что есть, то есть. Так, дальше, что у нас здесь? Календарь. Ну, календарь тоже такой маленький. Можно было бы на весь экран сделать. А, так, ну, давайте, что зайдем? Галерею зайдем, давайте. И посмотрим первые у нас картинки. Ну, мы с них и начнем тогда. Так, итак, сейчас что-нибудь найдем, если есть здесь картинки. Нет, тут, в принципе, картинка, мы можем видеть ее. Но углы обзоров, если делаем чуть-чуть вверх, то у нас чуть-чуть контрастность. Ну, видно, что какая-то типа белая такая, как зацветка идет. Если мы сюда вбок, не комментируются цвета, я вижу уже сам. Если мы сюда, то, в принципе, ничего. Если вверх мы делаем, то тоже конвертируются цвета. Ну, а, в принципе, так смотреть картинки, в принципе, нормально. Ну, фотографировать так. Так, в галерее. Что мы видим дальше в галерее? И второе, это у нас музыка будет, да? Ну, и давайте послушаем динамик, какой все-таки здесь. Итак, давайте сейчас вся музыка, все композиции, давайте вот на карте памяти есть у нас. Ну, динамик, скажу, такой себе, ну, средний, можно сказать, динамик здесь громкости. Не очень громкий, скажу. А ну-ка, давайте на весь звук попробуем. Вот это и весь звук. Ну, скажу, не очень громко. Скажу, что на Nokia там каких-нибудь других моделей погромче звучит, чем на этой. Ну,
как-то уж не очень, ну, так, даже, ну, средненько, можно сказать так, да, средненько. Ну, в общем, только что мы посмотрели телефон Nokia C5, теперь расскажу я плюсы и минусы. Ну, минус я могу сказать, что тормозит, хотя не очень, незначительно, но когда заходишь в камеру, там, или в какую-нибудь функцию такую, там, или в игры, ну, любую такую функцию, то есть где-то так, где-то 2 секундки торможения. Минус, что нету кнопки активации камеры, нужно заходить в само меню и там только включать камеру. Чтобы сфотографировать, нажимаем вот сюда. И тогда камера, ну, уже нажмется и сфотографируется. Плюс, что хороший стильный телефон. Еще плюс, что здесь камера на 5 мегапикселей, и это плюс. Минус, хотя что маленький очень, вспышка очень маленькая какая-то вообще, как, ну, не знаю, что это такое, ну, непростительно. Ну, а так, в принципе, все хорошенький, стильненький телефончик. Этому телефончику за 10-бальной шкалой я поставил этому телефону смело 7 баллов. С вами был Стокер. Мы только что смотрели телефон C5. Не забывайте подписываться на мой канал, заходить на мой сайт, добавлять меня. С вами был Стокер. Увидимся в следующем видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.